Я расскажу о хорошем. И я верю в то, что когда что-то внутри меняется, мы получаем от судьбы подарки. Вот который, например, произошел буквально недавно. Молодой человек, которого я не выбрала, пробрался к нам на территорию и сказал то, что он влюбился и хочет, чтобы я все-таки пригласила его на свидание, потому что я не выхожу у него из головы. И я хочу с этой минуты просто обещать, что и никогда больше не подпущу таких людей, которые у меня были раньше. Никогда не позволю себе, чтобы со мной так обращались. Каждая девушка достойна героических поступков, любви, уважения. Каждая девушка. И пусть это все закончится хорошо. Я надеюсь. Я не надеюсь, я встречу любовь, и я буду на самом деле счастливым человеком, то, к чему я стремлюсь.